Эстафету региональной акции делегация Белоярского района переняла у Советского района на прошлой неделе. И вот уже сегодня акция «Дорога просвещения» с остановкой в Белоярском. В режиме онлайн-конференции прошло торжественное открытие акции. Среди гостей – педагоги, наставники, волонтеры, представители системы образования Березовского района. Главная тема конференции – основные траектории развития и точки роста образования Белоярского района. Мы являемся 13-й территорией, которая выпала честь подсадить птенца, стерха, священной птицы, такую уникальную общую корзину всего нашего Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Мы будем дальше передавать эту птицу счастья по всему нашему округу. Несколько дней насыщенного марафона педагогического мастерства стал для учителей региона ярким импульсом новых знаний и высочайшего профессионализма. Белоярские педагоги представляли разнообразные формы работы. Уроки, классные часы, родительские собрания, разговоры о важном, внеурочные занятия, мастер-классы. Как формируются предпосылки функциональной грамотности, показали и рассказали гостям воспитанники детского сада «Снегирек». Те методы, которые мы сейчас смогли осмотреть на этом занятии, как раз и позволяют ребенку развиваться в разных направлениях. Здесь в рамках одного занятия мы посмотрели разные, скажем так, методики и формирование и читательских навыков, элементарных каких-то, и математических навыков. В ходе региональной акции инициативные учителя транслируют свои педагогические и наставнические практики. Муниципальное образование округа в ходе путешествия получает новые знания и вдохновляются на открытия, гениальные идеи и достижения. Эта акция очень значима, потому что наши педагоги имеют возможность для профессионального развития, расширения кругозора, содружества и лучше узнать практики, лучшие практики других педагогов нашего региона. А ведь ничто так не значимо для педагога, когда опыт, который он перенимает у своего коллеги. Это действительно важно для наших педагогов. Белоярский район передал эстафету акции «Дорога просвещения» своим соседям – Березовскому району. С лучшими практиками белоярских педагогов можно познакомиться на сайте Института развития образования.